Всем доброе утро. Я сейчас нахожусь в городе Пятигорске. Зашла в такой ресторан, называется «Кухня мира». Заказала я сегодня себе грузинскую кухню. Каждому выдают вот такую штучку для того, чтобы она звенела и можно было получить свой заказ. Это номер заказа. Здесь представлены различные кухни разных народов мира. Русская кухня, бургеры, японская кухня, также, например, блинная, чебуречная, узбекская кухня, мясо и хлеб, делают замечательный лаваш в том числе. Прямо классно тут. Сейчас посмотрим, что мне принесут. Точнее, я сама схожу за заказом, когда у меня запищит вот этот номер мой. У меня здесь были мои родители, они хвалят. Говорят, кухня отменная. Мой номерочек запищал, и я пойду получать свой заказ. Я заказывала. Это супчик грузинский, вкусный, перетертый, хинкали свиноговяжьи и вкусный лавашек. И какой-то здесь вкусный соус мне решили предложить. Так что сейчас я пойду на свое место, чтобы покушать. Всем приятного аппетита!